Я всех приветствую. Меня зовут Фрауке Джинглют. Я являюсь руководителем подразделения Советской политики в Всемирном банке. Приветствую всех вас на нашем вебинаре, который посвящен вопросам исследований в сфере продовольственной политики и формирования потенциала в Евразии. Эта работа ведется в сотрудничестве между Евразийским центром правильной безопасности, международным исследовательским институтом правочной политики и всемирным банком. Мероприятие проходит на площадке ИФП. Это достаточно напряженная программа, и я сразу предоставляю слово первому докладчику, профессору Шоба, который возглавляет Евразийский центр продовольственной безопасности при МГУ имени Ломоносова. господин Шоба является руководителем факультета посоветования Групп и членом-корреспондентом российской криминалок. Благодарю вас, уважаемые участники, коллеги. Приветствую вас на нашем совместном мероприятии, которое организовано Всемирным банком, Международным и исследовательским институтом продовольственной политики и Евразийским центром продовольственной безопасности. Это уже третье совместное мероприятие в виртуальном формате, которое проходят за последние три месяца. Несмотря на пандемию, мы продолжаем работу, хотя и виртуально. Сегодня перед нами задача обсуждения двух важных вопросов. Во-первых, мы хотели бы поделиться своими соображениями относительно разработки и применения методики преподавания с использованием практических примеров, кейсов. Мы считаем эту методику весьма полезная, а это направление работы важной сферы нашей деятельности, которая обеспечивает работу в нашем регионе, направленную на повышение продовольственной безопасности в регионе. Начиная с 2016 года мы совместно со Всемирным банком опубликовали 22 таких исследовательских проекта. Еще 7 дополнительных исследований проведены в течение текущего года. Эти исследования охватывают самую разную тематику в сфере правительственной безопасности, в том числе с учетом кризиса, вызванного COVID-19. Ну, в частности, речь идет об улучшении качества питания сельского населения, о предоставлении питания в школах, о включении мелких сельхозпроизводителей в маркетинговые системы, оптимизация регулированной торговли в период пандемии и другие. Аналитические и образовательные результаты этих исследований соответствуют современным требованиям и предовой мировой практике. Также нам сегодня предстоит обсудить результаты совместной работы, которая проводилась СИФ при нашем центре в части оценки воздействия пандемии COVID-19 на продовольственные системы и продовольственную безопасность в нашем регионе. Снижение цен на нефть, удешевление национальных валют, разрушение цепочек формирования добавленной ценности. Все эти факторы привели к ухудшению экономического положения стран Евразии. Всемирный банк прогнозирует, что в мировой экономика идет сокращение более чем на 5%. Страны евразийского региона Профессор Шоба, к сожалению, звук пропал. Ваш микрофон выключен. Будьте любезны, проверьте ваш микрофон. Мы не слышим вас. Да, прошу прощения. Небольшая техническая накладка. Итак, я полагаю, что... Сотрудничество в сфере исследований и развития очень важно для повышения продовольственной безопасности и безопасности питания в нашем регионе. Именно поэтому наш центр и ИФПРИ намерены укреплять свое сотрудничество в части реализации политики, связанной с преобразованием агропромышленного комплекса и формированием инклюзивных систем обеспечения продовольствия. На следующем этапе нашего сотрудничества... Мы будем оценивать влияние национальных продовольственных политик на продовольственную безопасность, будем говорить о возможном влиянии инновационных технологий на производительность сельского хозяйства, а также будем формировать рекомендации в части совершенствования торговли аграрной продукцией. Надеюсь, что мы сможем достичь необходимого уровня взаимопонимания и сотрудничества. Крайне важно не замедлять темпы нашего сотрудничества и обеспечивать актуальность и своевременность результатов нашей совместной сельской деятельности. Я уверен, что сегодня в ходе нашей работы мы познакомимся с весьма интересными перспективными соображениями, применимыми в контексте Евразии. Я хотел бы пожелать всем нам плодотворных и интересных обсуждений. Спасибо. Благодарю вас, профессор Шоба. Ну а теперь со словами приветствия выступит господин Рено Селегман, который является постоянным представителем и директором Всемирного банка в Российской Федерации. Рено, слово вам. Большое спасибо. Фрауке, господин Шоба, уважаемые коллеги, очень рад возможности обратиться к вам. Евразийский центр по продовольственной безопасности является очень важным участником в процессах, которые реализует Российская Федерация в части обеспечения продовольственной безопасности. Евразийский центр в качестве аналитического центра появился не в связи с текущим кризисом. Он был создан в связи с кризисом 2009 года. Я имею в виду масштабный финансовый кризис, в рамках этого кризиса страны мира столкнулись с существенными проблемами, в том числе в сфере обеспечения продовольствия. Мы наблюдали существенный рост цен на продовольствие. Теперь перед миром стоит совершенно другая проблема. Безусловно, ситуация с продовольственной безопасностью в мире испытывают на себя последствия изменения климата, миграционных процессов. Все это происходит уже сейчас, параллельно нашей встрече. Мы можем сказать, что текущий год станет наверняка рекордным с точки зрения объемов производства продовольствия, но вместе с тем проблема сохраняется. А именно, не все могут позволить себе приобрести продовольствие. Продовольствие зачастую не может дойти до тех, кто нуждается в нем из-за барьеров на границах, из-за других препон. Кроме того, не снижается актуальность борьбы с COVID-19. Эта пандемия является самым серьезным шоком и для экономических систем, и для жителей наших стран. Вообще, вопросы здоровья ⁇ это вещь, которая имеет фундаментальное значение для благополучия наших стран. И, соответственно, нам необходимо лучше понять, какие связи имеются между производством продовольствия и тех, теми условиями, в которых это производство осуществляется. Это нужно для того, чтобы формировать такие политики в сфере сельскохозяйственного производства, чтобы не допустить масштабных кризисов в будущем. Работа Евразийского центра по продовольственной безопасности совместно со Всемирным банком и с ИФПРИ является крайне актуальной. Это важный элемент нашего сотрудничества с Российской Федерацией. И э, эта работа также крайне актуальна и для всего Евразийского региона. В процессе перехода к рынку инвестиции в информационно-консультационные службы, в развитии сельскохозяйственных систем в странах региона существенно сократились. Именно поэтому тематика, над которой работает Евразийский центр по безопасности, крайне востребована. Знание о системах производства, знания о новых технологиях, о том, как эффективно перерабатывать продукцию. Вот эта информация, зачастую, находится в дефиците здесь по сравнению с другими регионами мира. Поэтому блестящие исследовательские проекты, которые проводятся коллегами из ИФПРИ и коллегами из... Евразийского центра крайне востребовано. К сожалению, не всегда результаты исследований, проводимых мировыми центрами, доходят до потребителей в странах данного региона. Именно поэтому мы подчеркиваем важность сотрудничества с Евразийским центром по продовольственной безопасности. И мы гордимся тем, что мы смогли установить партнерские отношения с этим центром. Надеюсь, что они со временем будут лишь крепнуть. Евразийский центр по продовольственной безопасности выступает в качестве уникального партнера, способного работать не только в интересах стран данного региона, он может взаимодействовать и со странами Африки, и, собственно, эта работа уже разворачивается. Евразийский центр может рассматривать и другие направления в рамках своей программы исследований. Скажем, речь может идти о связях между здоровьем людей и здоровьем животных. Мы приветствуем всех партнеров, которые смогли присоединиться к нашей сегодняшней встрече. И мы уверены, что Евразийский центр по продовольственной безопасности сможет вести еще более эффективную работу в части формирования знаний, обмена опытом и обеспечения еще большей эффективности продовольственных систем в будущем. Я благодарю ИФПРИ за то, что институт проводит это мероприятие на своей площадке. Мы уже длительное время взаимодействуем с этой организацией, и мы признательны доктору Швынину, который возглавляет эту организацию в течение уже длительного времени. Я благодарен господину Ильясу, господину Обамову и другим. Я благодарю Артавазда Капиана и других коллег за ту работу, которая была проведена в части подготовки к этому мероприятию. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Рено. Ну а теперь я приглашаю Стивена Шомберга сказать несколько слов перед началом нашего мероприятия. Он отвечает за программу устойчивого развития в регионе Европы и Центральной Азии. И, естественно, устойчивое развитие ⁇ это тема, которая включает в себя вопросы, связанные с устранением последствий стихийных бедствий, смягчением последствий изменения климата, работой в промышленной сфере и так далее. Стивен, слово вам. Ну что ж, спасибо. Я присоединяюсь к словам благодарности, которые произнес господин Селигман. Я благодарю коллег за организацию этого мероприятия. И я тоже хотел бы подчеркнуть очень эффективное и важное сотрудничество, которое было налажено между Всемирным банком и в и Евразийским Центром по правовой безопасности. И достаточно активно работает в регионе Евразии по проблематике правовой безопасности. Работа эта ведется уже в течение целого ряда лет. Безусловно, их при должном образом отреагировал на кризисы, связанные с изменением климата и с продовольственной ситуацией. Рено сослался на кризис 2008-2009 года. Да, как раз в это время вопросам продовольственной безопасности стали уделять особенно пристальное внимание. Формировались специальные стратегии, призванные обеспечить продовольственную безопасность. Разрабатывались меры реагирования на эту кризисную ситуацию в том числе и в странах данного региона. И мы считаем, что работа в том числе и в приз, способна дать правительствам стран региона еще больше инструментов и более эффективных инструментов для реагирования на такие кризисные ситуации, для того, чтобы в том числе смягчать лишение и бороться с бедностью. За последние 10 лет мы многому научились. Но с учетом текущей ситуации нам нужно задумываться не только о собственно, производстве продукции, не только о системах распределения и доставки. Нужно думать и о таких вопросах, как человеческий капитал, способность трудоустроить граждан и так далее. И такие организации, как ИФПРИ и Евразийский центр по правовой безопасности, как раз обеспечивают нас аналитическим материалом, на основании которого мы можем понять, как оптимальным образом решать стоящие перед нами задачи. Здесь может идти речь о внедрении новых технологий сельскохозяйственного производства с учетом климатических изменений. Речь может идти о внедрении цифровых технологий, таких как блокчейн, поскольку это тоже позволяет решать задачи в части обеспечения продовольствия. Это достаточно сложная и многогранная программа, но это единственный способ, которым можно обеспечить Стабильность в поставках продовольствия. Текущий кризис не связан с дефицитом продовольствия. Тем не менее, кризис, вызванный COVID-19, очень серьезно и негативно сказывается на всей системе продовольственного обеспечения. И, безусловно, он также сказывается на уровне доходов граждан, на перспективах трудоустройства и на всех элементах в цепочке обеспечения продовольствия. Страны, страны региона Евразии выработали целый ряд мер реагирования на текущие вызовы. Государства предпринимают масштабные меры по защите уязвимых категорий населения. В условиях кризиса группа Всемирного банка также приняла самое активное участие в решении проблем, вызванных кризисом. Мы выделили 160 миллиардов долларов США за пять месяцев на цели борьбы с COVID-19. Мы выделили 12 миллиардов долларов США для поддержки работы, направленной на создание вакцины от COVID-19. Президент Всемирного банка господин Давид Малпас в ходе октябрьских ежегодных заседаний говорил о грозящей нам проблеме, связанной с увеличением численности бедного населения в мире, в том числе из-за достаточного доступа к продуктам питания. Миллионы людей страдают от сочетания негативных последствий пандемии, ухудшение экономической ситуации, последствия изменения климата и так далее. Всемирный банк сознает, что продовольственные системы в мире тесно взаимосвязаны между собой. Проблемы продовольствия не ограничиваются государственными границами. Именно поэтому работа таких центров, как и в ПРИ, Евразийский центр, является очень важной. Мы приветствуем работу, направленную на повышение потенциала в Российской Федерации и в регионе в этой связи. Мы считаем, что крайне важно поладить взаимодействие в том числе и с ИФПРИ, и с другими организациями, занимающимися этой проблематикой в данном регионе. Я с нетерпением жду возможности заслушать выступления в ходе нашего семинара и еще лучше познакомиться с работой Евразийского центра. Еще раз благодарю за организацию этого мероприятия и возвращаю слово ведущей нашего семинара. Большое спасибо. Джохан Свинен, генеральный директор ИФПРИ с января текущего года. Он является руководителем группы 12.3, которая занимается решением задач, связанных с достижением цели устойчивого развития. До работы в ИФПРИ доктор Свинен преподавал в университете Лёвина в Бельгии. Прошу вас. Большое спасибо, Фрауке. Ну, какое-то время тому назад я был вашим коллегой. Я работал в Всемирном банке. И у меня опыт взаимодействия с многими из вас, коллеги. И действительно, мы обозначили важность темы, которая будет рассмотрено в рамках нашего мероприятия. Я благодарю всех, кто поприветствовал нас на этом мероприятии. Спасибо за теплые слова. Я благодарю Артавазда Капена за долгосрочное многолетнее сотрудничество с нами. Для нас, для ИФПРИ, это сотрудничество является крайне важным. И мы признательны за возможность организовать совместную работу в регионе. Я с нетерпением жду возможности ознакомиться с докладами, которые прозвучат сегодня, поскольку они фактически будут отражать результаты нескольких лет работы, которая проводилась нами совместно с Европейским Центром. Безусловно, сейчас мы имеем дело с беспрецедентной проблемой, с беспрецедентными вызовами, перед которыми стоят страны региона. Действительно, Проблемы, обусловленные COVID-19, усугубляются последствиями изменения климата, последствиями разрыва торговых связей и так далее. Это очень важно. Дело в том, что Продовольственные системы сейчас гораздо сложнее, чем 10-15 лет тому назад. И Центральная Азия, и другие регионы Евразии также здесь играют очень важную роль. Это касается и а, конкретно каждой страны, и касается трансграничной торговли. Мы можем также сказать, что именно бедные страдают в основном от этого. Это связано с комбинацией причин. Одна из этих причин связана с интеграцией экономики, так же как и цепочек поставок. Особенно это касается продовольствия и реакций со стороны политики на вирус. Также ФАО экономический рост, нужно сказать, что сказался непропорционально на особенно у слоих слоях населения. В этой обстановке, я думаю, что наша работа, наша совместная работа с точки зрения укрепления творческого потенциала, исследовательского потенциала, аналитического потенциала становится все более и более актуальной и важной, нежели чем было раньше. В прошлые годы, как уже говорилось, наша совместная работа пользовалась поддержкой Российской Федерации, и проекты реализовывались при поддержке Евразийского центра по продовольственной безопасности при МГУ и Всемирного банка, и Таким образом, мы наращивали наш институциональный потенциал, и мы хотели бы продолжить это направление в будущем. На данном моменте мы можем сказать, что наша исследовательская работа связана с анализом последствий COVID-19, и мы вырабатываем рекомендации, основанные на, на доказательной политике, на доказательной базе. Исследователи используют различные подходы к анализу различных моделей, вторичных данных со стороны правительства, новые способы исследования аналитики данных. Мы, соответственно, анализируем торговлю, в продовольственном безопасности, но также исследуем привычки питания населения. И интересные результаты будут представлены позднее во время панельной дискуссии, которая будет посвящена, в частности, влиянию COVID-19 на объем денежных переводов. Конечно, ситуация варьируется от страны к стране. И, например, мы можем это сравнить с финансовым кризисом в 2015 году, с финансовом кризис, который затронул в основном Россию 98 год и так далее, и так далее. То есть мы можем поговорить о различных переключениях, когда люди переключались с товарной культуры на кормовые культуры. И, может быть, последнее, что я хотел бы здесь сказать, отметить, если мы с вами выработаем какой-то единый спектр направление политики в ответ на COVID-19 по России, по Европе и по странам Азии, то это позволит нам измерить эти отклики на COVID-19 и каким образом это сказалось на продовольственной безопасности. И поскольку многие другие Докладчики ждут в своей очереди. Я закончу, сказав, что я с нетерпением жду презентации наших уважаемых докладчиков, и мы, безусловно, надеемся продолжить это сотрудничество. И уже говорилось о реформах, которые сейчас проводятся, и мы очень надеемся, что, а, в общем-то, цели и развития будут достигнуты в будущем. Большое спасибо, большое спасибо, Джо, и большое спасибо всем за ваши слова приветствия. Теперь давайте перейдем к нашему первому туру презентации. Отталкиваясь от того, что тоже сказала Джо, мы говорим про сотрудничество, а мы говорим, соответственно, про подход, основанный на исследованиях кейсов. Наш первый докладчик – это Артавас Хакабиан. Он является старшим экономистом по продовольственной безопасности по Европе и Центральной Азии. И он много времени уделил как раз лучшему развитию. Артавас, я передаю слово вам. Артавас, большое спасибо. Большое спасибо Фрауке и большое спасибо всем предыдущим докладчикам за слова приветствия и вдохновления в отношении Международный исследовательского института по разработке продовольственной политики и различных продовольственных программ, которые реализуются при поддержке Всемирного банка. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде чем я перейду к теме своей презентации, то есть мы поговорим про исследование кейсов в преломлении к продовольственная безопасность. я хотел бы рассказать о роли Евразийского центра по продовольственной безопасности. Нужно сказать, что это такой региональный аналитический центр по продовольственной безопасности, исследований в этой области, на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. И как предыдущий докладчик упомянул, нужно сказать, что функционирование этого центра поддерживается Всемирным банком и Международным исследовательским институтом по разработке производственной политики и на средства Министерства финансов. И нужно также отметить, что Евразийский центр по продовольственной безопасности анализирует и природные ресурсы, и сельское хозяйство, политика в этой области, так же, как и продовольственная безопасность, и, соответственно, исследует направление науки и знаний в этой области в Евразии и за пределами этого региона. Следующий слайд, пожалуйста. А, предыдущий слайд, вернее. В данном контексте мы можем сказать, что продовольственная политика и исследования кейсов уникально подходят для того, чтобы Евразийский центр по продовольственной безопасности наращивал постоянный потенциал с точки зрения аналитики в евразийском регионе. Нужно сказать, что евразийский регион Соответственно, недостаточно еще исследован со стороны различных аналитических институтов, как уже говорилось. И мы можем сказать, что, например, CGR выделяет примерно 900 миллионов долларов в год, из которых только 6 миллионов выделяется на исследования в российского региона можно даже сказать, что этот регион постоянно подвергается продовольственным кризисам. Это связано с географическими вызовами, с климатическими вызовами и природными бедствиями. И мы можем сказать, что с момента распада Советского Союза и при переходе на новую рыночную политику возникают постоянные вызовы с точки зрения возникновения различных форм тучности, ожирения и недоедания. Нужно также отметить, что аналитический и исследовательский потенциал с тех пор значительно улучшился, но в общем и целом мы можем сказать, что по-прежнему недостаточно аналитической работы в области продовольственной безопасности и вопросов, связанных с питанием. Нужно также проанализировать, каким образом продовольственная политика реализуется в этом регионе. Разработка этой политики и реализация связана с какими-то специальными направлениями, которые выбираются тем или иным правительством и зависит от донорских программ. Мы видим отсутствие и нехватку надежных данных, которые позволили бы принимать более структурированную и адекватную политику в области продовольствия. Каким образом мы подходим к наращиванию потенциала и к генерации данных в области продовольственной безопасности? В первую очередь мы проводим упражнения по приоритизации направлений политики. Затем мы обеспечиваем обмен знаниями, предлагаем образовательные инициативы с прицелом на продовольственную политику. В-третьих, наконец, мы проводим исследовательскую деятельность для того, чтобы генерировать новые знания, для того, чтобы рассказывать исследователям о новых методах. И, наконец, мы способствуем партнерству и сотрудничеству между различными университетами и исследовательскими центрами в регионе и по всему миру. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно также отметить, что методы исследования кейсов, связанные с продовольственной безопасностью, связаны с теми целями, которые мы преследуем. Метод uh, исследования кейсов связан с такой двойной целью: в первую очередь это анализ по политике, во вторых это преподавание материала тем, кто изучает вопросы, связанные с продовольственной политикой. Нужно сказать, что подобный исследовательский метод он достаточно актуален и может быть. Подобный кейсовый метод он не то, чтобы Сразу подходил для использования при разработке политики, но, по крайней мере, может использоваться различными лицами, принимающими решения для дальнейшей аналитики продовольственной политики. Таким образом, можно более четко структурировать различные опции, различные варианты применения той или иной политики. И вы знаете, что образовательное преимущество подобного кейсового метода заключается в том, что мы можем имитировать жизненные ситуации в классе с тем, чтобы наши студенты могли проанализировать последствия той или иной политики. Следующий слайд, пожалуйста. Как уже сегодня говорилось, мы разработали примерно 29 исследований кейсов при поддержке 60 авторов из различных университетов Евразийского региона. Мы провели несколько стадий исследования, и каждая стадия была посвящена той или иной теме. Тема этого года, например, последствия COVID-19 на продовольственную безопасность. Мы также создали ревизионную комиссию, которые занимаются редактированием разработанных политик. Также мы приглашаем авторов принять участие в составлении программ по подготовке студентов для того, чтобы преподавать этот метод преподавания через кейсы. Многие авторы сами являются практиками. Они, например, поступают в качестве профессора, в качестве доцентов различных университетов применяют подобный метод во время своих занятий в университете. Большое спасибо за ваше внимание. И, Фрауки, передаю слово вам обратно. Большое спасибо, Артаваст. Наш следующий выступающий – это доктор Террил Уотсон, который является представителем Тартонского университета Техас, США. И он преподает политэкономию, и также он является старшим редактором по вопросам продовольственной безопасности в журнале по экономике и политике в своем университете. Он будет говорить про опыт преподавания при помощи метода исследования кейсов в США и в Евразии. Пожалуйста, Дэрил, слово вам. Большое спасибо. Большое спасибо. Я с большим удовольствием выступаю перед вами. Что касается наращивания потенциала, один из важных моментов, который нам нужно сделать, нам необходимо воспитать новое поколение аналитиков и политиков, которые будут заниматься политикой, и которые действительно сделают разницу в подходе к продовольственной безопасности, как предыдущий докладчик сказал и Евразийский центр по продовольственной безопасности при поддержке на других институтов разработали этот метод исследования кейсов для преподавания, хотя этот метод здесь уже несколько десятилетий. Как уже в течение многих десятилетий было известно, стандартный метод преподавания, читания лекции просто не очень эффективен, потому что вместо того, чтобы я задавался все вопросы, что я буду делать, я буду выступать, студенты скоро об этом забудут. Однако, если я буду основное внимание уделять вопросу, а что будут делать мои студенты сегодня в классе, то тогда это полностью переменит мой подход к преподаванию. То есть, что я буду преподавать, а вернее, мы ответим на вопрос, что они будут практиковать, то есть, смотреть на вопрос, чем будут заниматься студенты. И поэтому исследования на основании кейсов позволят весь класс ставить перед собой какие-то цели и выступать в качестве актора, в качестве действующих лиц, нежели чем занимать пассивную позицию. Это также поменяет точку зрения студентов на их самих, и их подход изменится, особенно в преломлении через проблемы продовольственной безопасности. Это очень схоже с методом предпринимательского подхода, о котором уже говорилось раньше. Например, Говорится о том, что при подобном подходе студенты начнут предлагать какие-то креативные решения для сложных социальных проблем, которые стоят перед их странами. Это касается также продовольственных проблем. Подобный подходу позволяет студентов извлечь из зоны комфорта, где они погружены в теорию, и позволяет им погрузиться в практику. Также необходимо использовать пункт дисциплинарный подход, то есть для того, чтобы студентам необходимо использовать Пользовать транс-междисциплинарный подход, и экономика, и политика, и различные другие исследования, позволяют студентам понимать, и почему эта система стала такой, какая она есть, но также это позволит студентам определить, где возможности для изменений. Эти кейсы, которые собраны и в моей работе, и в работе Евразийского центра, они все используются по всему миру. Я знаю преподавателей и в США, например, в Калифорнии, в Колорадо, в Техасе, в Нью-Йорке. Я знаю преподавателей и в Голландии, и в ЮАР, и в Эфиопии, и в Индии, и в Китае, и также по всему Евразийскому региону, который использует этот метод. Следующий слайд, пожалуйста. У меня есть несколько примеров тех кейсов, которые мне очень понравятся и которые соответственно, нашли свое отражение в 2016 17 году, вы видите, что каждая из стран представлена на этом слайде. Вы видите, что мы касаемся широкого спектра вопросов. Например, это экологическая устойчивость, это животноводство, это политэкономия и так далее, и так далее. В этом году мы говорили о том, что появилось семь новых кейсов, три из них здесь отражены с правой стороны слайда, когда мы очень подробно анализируем, какие новые вызовы породил COVID-19. И также мы смотрим, как все, собственно говоря, вызовы объединены вот этой общей темой COVID-19. И мы стараемся найти какой-то общий подход к этому. Следующий слайд, пожалуйста. И поэтому для того, чтобы обеспечить, что эти кейсы играют важную роль для того, чтобы усовершенствовать методы преподавания по Евразии. При поддержке Всемирного банка мы создали курс подготовки преподавателей. Впервые подобная школа для преподавателей прошла в январе 2020 года. Мне повезло работать с 15 профессорами, преподавателями по всему региону. И мы работали как раз над методикой преподавания, каким образом мы можем использовать исследования на основании кейсов. И я даже не найду слов для того, чтобы передать, насколько это был плодотворный опыт для всех нас, когда мы преисполнили все нового задора. И это буквально вдохнуло вторую жизнь в наши притальские навыки. И следующая школа начнется буквально через неделю. Большое спасибо. Большое спасибо, Дэрил. И давайте переходим к нашему следующему нашим выступающим, доктор Суреш Бабу, который является старшим научным сотрудником ИФПРИ. И он будет говорить о роли исследований на основании исследования кейсов в накапливании опыта в области продовольственной безопасности и продовольственной политики. Он, соответственно, работает в Вашингтоне, округ Колумбии. Он расскажет нам о роли метода использования кейсов на основании своего широкого опыта доктор бабу пожалуйста слово вам большое спасибо фрауке и я хотел бы начать с того что скажу что очень благодарен за возможность выступить перед вами большое спасибо за возможность принять Участие в этих проектах при поддержке Российского центра по предоставлению безопасности ЕФПРИ и Всемирного банка, нужно сказать, что я стоял у истоков метода исследования кейсов, и я хотел бы сослаться на то, что сказали предыдущие докладчики. Я не буду говорить о том, что мы уже сделали. Я буду говорить о том, что мы можем сделать в будущем для того, чтобы совершенствовать передовольство политики в наших странах. Я приведу некоторые примеры. И также после этого я расскажу вам, как мы разработали программу и как мы можем стать более актуальными, как Дэрил уже сказал, с точки зрения того, что мы можем использовать подход на основании кейсов к разработке политики, как мы можем использовать этот метод на практике в качестве руководящего принципа, когда мы с вами собираем данные, когда пытаемся закрыть вот этот разрыв в знаниях. И нужно сказать, что этот подход уже давно используется в школах по подготовке бизнес-менеджеров. И в различных школах, университетах по государственной политике, и Дэрил уже прекрасно об этом всем говорил, мы пытаемся использовать подобный подход, который обычно используют социальные предприниматели но только в прилавлении к продовольственной безопасности. И нужно сказать, что мы многое узнали из использования этого метода. То есть происходит обмен мнениями, происходит обмен знаний. И что касается самого подхода, нужно сказать, что это такой совместный подход различных организаций, о мы говорили. Это Международный исследовательский институт разработки безопасной политики, Российский центр и Всемирного банка. И нужно сказать, что это позволяет нам накапливать опыт и наращивать потенциал на уровне страны. То есть мы укрепляем потенциал и поддерживаем и исследователей, и преподавателей, которые используют этот метод в своей предательской политике. И, например, Всемирный банк и в они используют это для анализа политики, для того, чтобы политика стала более информирована. Я хотел бы это подчеркнуть, что крупные исследовательские программы потом э, находят свое отражение в непосредственно более конкретных политиках, которые реализуются на земле, на уровне страны то есть также позволяет нам изучать ситуацию по всей стране, исследовать достоинства и недостатки той или иной политики. Например, в данном случае мы говорим про последствия COVID-19, каким образом можем закрыть вот этот разрыв в знаниях. И также мы говорим о степени доверия к подобных программам и к исследованиям, которые проводятся. Мы наращиваем потенциал, укрепляем потенциал для того, чтобы и в рамках собственных образовательных систем у исследователей наладился хороший подход и хороший диалог. И Дэрил уже говорил об этом, и он говорил, если я правил, правильно понял, о серии исследований кейсов по Евразии и по всему миру. И также в 2020 году было представлено несколько кейсов по Евразии, и нужно сказать, что исследование университета Корнвелла было достаточно полезным, и Дарил уже говорил об этом. И эти данные находятся, и это след находится в открытом доступе. Таким образом, мы готовы передать это нашим коллегам. Мы используем эту методику в Американском университете Вашингтона в рамках программы сельского развития. Эта методика используется достаточно эффективно для обучаемых, которые достигли среднего звена, как правило, это люди, которые выполняют руководящие роли. И этот метод, эта методика дает очень неплохие результаты. Она приводит к весьма существенным благоприятным изменениям в показателях обучаемых на наших программах. Кроме того, их проведет специальный курс в Мерлинском университете, курс посвящен глобальным продовольственным системам продовольственной безопасности. Студенты не только учатся с применением методики кейсов, но они сами работают над созданием этих кейсов. В последние пять лет эта методика приобрела особенно широкое распространение. Что касается работы с ЕЦПБ, то все началось с представления этой методики на одном из мероприятий, которое проводилось на базе МГУ имени Ломоносова. Мы познакомили коллег с тем, как используется этот подход на практике. Это вызвало неподдельный интерес, и мы мы постоянно подчеркивали, что наша методика предполагает не просто разработку какого-то кейса, какого-то учебного примера, но также мы предполагали, что этот подход будет полезен для выработки рекомендаций уровня стратегии. Недостаточно разработать кейс и положить его на полку, кейс должен работать. Здесь представлены примерные темы, по которым шли исследовательские проекты, на базе которых, в свою очередь, формировались эти кейсы или учебные примеры. Как вы видите, все эти темы вполне актуальны. Они охватывают практически всю продовольственную систему, начиная от производства, заканчивая переработкой и распределением. Ну и а в заключение я хотел бы подчеркнуть следующий момент. В краткосрочной перспективе необходимо задуматься над тем, как использовать эту методику, как использовать наработанные кейсы в интересах формирования национальной системы или национальных стратегий, как использовать их для совершенствования национальной нормативной базы, как с их помощью улучшать имидж той политики, которая проводится в стране. А в долгосрочной перспективе необходимо задуматься над тем, как включить эти кейсы, эту методику в национальную учебную программу. Но для этого потребуется обновить их актуализировать, чтобы они не устарели. И, наверное, над этим тоже придется в определенный момент задуматься. И я уверен, что этим будет заниматься Евразийский центр, и наверняка эта тема уже включена в программу его работы. Мы понимаем, что в странах региона потенциал в части формирования подвесной политики ограничен, и этот подход, думаю, даст очень неплохой эффект и позволит существенно укрепить этот потенциал. Еще раз подчеркну, очень важно, чтобы эти, эта методика и эти кейсы не просто использовались в процессе обучения студентов, но также применялись и для разработки мер политики. Спасибо. Благодарю вас, Суреш. Я благодарю всех докладчиков. Мы идем в графике, мы укладываемся в регламент, это замечательно. И теперь мы переходим ко второй части нашего мероприятия. И мы заслушаем о том, как пандемия COVID-19 повлияла на сельскохозяйственное производство, продовольственные системы и положение... Домохозяйств. В первом выступит господин Роман Ромашкин, который представляет ЕЦПБ и отвечает за программу научных исследований, в том числе в сфере продовольственной безопасности. До начала работы в ЕЦПБ он работал в Европейской экономической комиссии. Роман представит нам свои соображения относительно того, как пандемия повлияла, в частности, на ситуацию с денежными переводами в странах региона и на положение жителей этих стран. Спасибо. Коллеги, у меня 5 минут для того, чтобы рассмотреть влияние пандемии на национальные э, экономические системы, на благосостояние граждан и на других вопросов. эти темы получат дальнейшее развитие выступления моих коллег, которые получат после меня. Здесь представлена текущая ситуация и динамика распространения коронавируса в странах Евразийского региона. Э, ситуация э, и тенденции э, различные для каждой из стран. Невозможно вывести какую-то единообразную динамику. Что касается влияния пандемии на ситуацию с продовольствием, то мы видим, что COVID-19 привел к сокращению масштабов экономической деятельности и спроса на услуги, в частности, транспортные услуги, туризм и так далее. Это очень негативно сказалось, в свою очередь, на ценах на энергоресурсы, а также привело к удешевлению национальных валют. Введение мер ограничения экспорта ⁇ это еще одна вещь, которую мы наблюдали и к которой прибегали многие страны региона. Все это также негативно сказалось на доступности продовольствия и на качестве питания в регионе. На этом слайде представлены оценки Международного валютного фонда, оценки влияния COVID-19 на основные экономические показатели. Согласно этим оценкам, Кыргызстан наиболее уязвим перед пандемией COVID-19, однако все страны региона Евразии так или иначе ощутили на себе проблемы, связанные с удешевлением национальной валюты. Это, в свою очередь, негативно сказалось на объемах денежных переводов, поступающих из Российской Федерации. Однако, собственно, сфера сельского хозяйства пострадала не так сильно. Что касается торговли агропродовольственными товарами, то в первом полугодии текущего года объемы межрегиональной торговли росли. Вместе с тем импорт из других стран мира сокращался во всех странах нашего региона. Все страны, кроме Таджикистана, увеличили объем товаров, поступающих на регион, межрегиональный рынок в Евразии. Безусловно, это позволило определенным образом смягчить последствия для доступности продовольствия. Следующий момент связан с денежными переводами, которые поступают из Российской Федерации в страны Центральной Азии. Необходимо подчеркнуть, что в Таджикистане и в Кыргызстане на денежные переводы приходится очень большая доля ВВП. Она достигает 20%, а то и выше начиная с 2013 года, здесь мы показываем динамику денежных переводов. Вот примерно в это время, в 2013 году, объем денежных переводов достиг максимального значения в долларовом выражении. Но затем из-за удешевления рубля мы наблюдаем сокращение объемов денежных переводов в долларовом выражении, но их рост в рублевом выражении. Во время финансового кризиса 2015 года объем денежных переводов в рублевом выражении сократился незначительно в сравнении с их объемом в долларовом выражении. Вместе с тем наблюдается ряд дополнительных тенденций, которые сказываются на объеме денежных переводов. И вот этот слайд показывает влияние COVID-19 на денежные переводы в сравнении с влиянием на них кризиса 2015 года. Тут два основных момента. Во-первых, текущее сокращение объемов денежных переводов в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан сопоставимо с ситуацией 2015 года. Переводы в Узбекистан представляются более устойчивыми сейчас в сравнении с ситуацией в период предыдущего кризиса. Далее. Мы видим, что переводы нерезидентов в Узбекистан и Кыргызстан оказываются более уязвимыми перед влиянием этого кризиса. И, наконец, текущий кризис привел к существенному сокращению объемов денежных переводов в рублевом выражении в Кыргызстан и Таджикистан. Одной из причин этого является сокращение масштабов миграции в период Пандемии, а также утрата работы и, соответственно, утрата дохода мигрантов, можно сказать, что кризис сильнее сказывается на объем денежных переводов в сравнении с ситуацией в 2015 году. Вместе с тем, мы видим, что положение дел в сельском хозяйстве и в торговле сельскохозяйственной продукцией выглядит не так печально. Что касается сельского хозяйства, то, наверное, здесь можно выделить два основных фактора, которые в ближайшее время негативно скажутся на положении дел. Там, что это за факторы? Это удешевление национальных валют и снижение потребительского спроса и дохода потребителей. Крайне важно компенсировать эти эффекты благодаря применению действенных мер социальной защиты, с учетом высокой зависимости экономик региона от ресурсов, поступающих из других стран. Спасибо. Большое спасибо, Роман, за ваше выступление. Ну а теперь я хотел бы дать слово следующим докладчикам. Насколько я понимаю, это будет совместное выступление. Итак, доктор Камильджон Ахрамов, старший научный исследователь в ИФПРИ, он занимается исследованиями в сфере государственного управления с использованием микрометрических методов. И доктор Катрин Кацик, которая также работает в IFPRI и занимается проблематикой государственных инвестиций. Она также является одним профессором в университете Джонса Хопкинса. Речь пойдет о связи между государственными инвестициями и экономическими шоками. Будут представлены результаты исследований, проведенных нашими коллегами в части влияния COVID-19 на сельское хозяйство и ситуацию с питанием в Центральной Азии. Пожалуйста. Much, Большое спасибо, Фрауке. Я хотел бы начать свое выступление со слов благодарности нашим партнерам во Всемирном банке, в Евразийском центре за сотрудничество в течение целого ряда прошедших лет. Я хотел бы поблагодарить Министерство финансов Российской Федерации за поддержку нашей работы в регионе. Следующий слайд. Пандемия COVID-19 ⁇ это кризис в сфере здравоохранения. Тем не менее, он оказал очень серьезное воздействие на экономическое положение и на ситуацию с продовольственной безопасностью. Страны региона сталкиваются с огромными проблемами в этом плане. Согласно последним данным из национальных стат ведомств, в первые три квартала 2020 года в странах региона наблюдается существенное сокращение ВВП, сокращение промышленного производства. Вместе с тем сельское хозяйство оказывается более устойчивым перед лицом этих шоков. Более того, в некоторых странах отмечается определенный рост сельхозпроизводства. Как уже отмечали коллеги, и в при Теперь давайте поговорим о отклике на последствия COVID-19. Нужно сказать, что мы говорим о, соответственно, в основном субсидировании продуктов питания для наиболее уязвимых слоев населения, а также определенное квотирование экспорта. И запрет на экспорт определенных товаров, например, мы можем сказать, что Казахстан и Киргизстан, они ввели запрет на экспорт живого скота и муки. И также были введены квоты на пшеницу. У нас есть определенные доказательства того, что... В соседних странах также были определенные трудности с поставками продуктов питания. Следующий слайд, пожалуйста. И для того, чтобы понять влияние COVID-19 на домохозяйство, мы провели базовое исследование в Таджикистане. Мы использовали наше базовое исследование, проведенное в сентябре 2018 года, где было опрошено примерно 1200 домохозяйств, а в этом году при поддержки наших коллег в Таджикистане. С сентября-октября 2020 года мы охватили примерно 90% тех домохозяйств, которые мы опрашивали в 2018 году. И, соответственно, мы анализировали различные участки домохозяйства, также жилые участки и арендуемые участки. И мы можем сказать, что первое, что мы извлекли из этого исследования это в, с точки зрения продовольственной безопасности можно сказать что домохозяйства стали переходить соответственно от товарных культур к кормовым культурам просто для того чтобы поддержать необходимый уровень питания вы видите что это происходит со всеми культурами это касается также и арендуемых участков, и участков домохозяйства, и даже тех, которые находятся в ведении администрации президента. Также мы можем говорить о недостатке импорта, доступ к посевным семенному материалу и доступ к химическим удобрениям. Здесь вы можете видеть на этом слайде, что где-то 80% домохозяйств имели доступ к семенному материалу, но в этом году доступ к семенному материалу было проще, но цены на семена были в этом году гораздо выше, нежели чем годом ранее. Также мы наблюдаем ту же самую ситуацию с доступом и ценами на химические удобрения в этом регионе. Следующий слайд, пожалуйста. Доступ к финансированию и, к, соответственно, к финансовой помощи со стороны банков. Но, к сожалению, доступ к финансовой информации постоянно ограничен в этом регионе. И COVID-19, похоже, еще более ужесточил доступ к подобной финансовой информации. Но здесь вы видите, что только 10% домохозяйств, исследуем в регионе в этой части Таджикистана, получили какую-либо финансовую поддержку и имели доступ к заемным средствам. И. Нужно сказать, что большая часть домохозяйств не имела доступа ни к субсидиям, ни к финансовым средствам. Таким же образом, можем сказать, что примерно 80% домохозяйств получали информацию от государственных организаций, и 20% получали доступ к этой информации от своих родственников и знакомых. Таким образом, доступ к информации остается проблемой, и COVID-19 только усугубил эту ситуацию, и друзья, и родственники являются основными источниками информации. И даже у нас был ограничен доступ к информации, которая, безусловно, важна. А теперь я хотел передать слово Катрине, которая будет говорить о последствиях COVID-19 на продовольственной безопасности Домохозяйство. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо. Вы знаете, я хотел бы сделать 8 наблюдений. Следующий слайд, пожалуйста. Первое. COVID-19 для 40% населения, соответственно, снизил уровень дохода. Это касается и бедных тех, кто живет за чертой бедности. И таким образом вы видите, что в основном COVID-19 сказался на наиболее уязвимых слоях населения. И нужно сказать, что мы проводили в 2018 году исследование, и по оси Х вы видите изменение процентов в процентах с точки зрения дохода в свете пандемии. И таким образом мы провели распределение по четырем кварталям с точки зрения доходов и имущества, накопленные до пандемии. Как вы видите, что во все группы наблюдается снижение уровня среднего дохода на следующем? слайде вы видите что одна из причин почему доходы сокращаются это частичная занятость и безработица мы видим что более 20 процентов домохозяйств утратили рабочие места и даже те кто сохранил рабочие места они сталкиваются с многочисленными трудностями на рабочем месте то есть примерно треть домохозяйств соответственно они не имеют работы где-то 2 или 3 месяца уже, а, соответственно, те, кто сохранил работу, 80% говорят, что они вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск, 12% говорят о том, что количество рабочих часов сократилось, а 14% говорят о том, что они получают гораздо меньше, нежели чем раньше. Дальше. Миграция остается ключевым явлением для домохозяйств, несмотря на COVID-19. Здесь на графике вы видите, что по-прежнему не существует притока, обратного притока мигрантов, рабочих мигрантов даже в свете COVID-19. И поэтому мы видим, что где-то 51-55% опрошенных говорит, что не существует возвращения мигрантов. И 99% соответственно это 92% это мигранты мужчины и 80% это мигранты женщины. 80% домохозяйств, домохозяйства, которые направляют в разные страны рабочих мигрантов, говорят о том, что сокращается количество и объемы денежных переводов. 80% говорят о том, что рабочие мигранты начали возвращаться из-за ситуации с COVID-19. Но в любом случае ситуация, когда мужчины и женщины вынуждены уезжать на заработки в другие страны, является очень распространенным. Явлением. Но мы можем говорить о сокращении объемов денежных переводов по сравнению с ситуацией до COVID-19. И таким образом, даже увеличение количества Денежных переводов не является смягчающим фактором для негативных последствий COVID-19. Также можем сказать, что COVID-19 в основном сказалось на расходах домохозяйства, особенно это касается бедных слоев населения, касается расходов на продукты питания. Здесь на первом слайде вы видите изменения с точки зрения расходов домохозяйств по четырем квартелям по сравнению с ситуацией до пандемии. И в среднем мы видим, что домохозяйства стали сокращать свои расходы по всем четырем группам, по всем четырем квартирам. Но самые богатые две группы, они, соответственно, осознали, что им приходится увеличивать свои расходы, но самые бедные две группы, они сокращают свои затраты и расходы на продукты питания. И мы видим, что в основном Люди начинают экономить на продукты питания. 28% хозяйств начали тратить на продукты питания меньше. Следующие две типичные статьи расходов, которые подверглись сокращению, это расходы на транспорт из-за ограничений на передвижение. В свете COVID-19 23% говорят о сокращении расходов на транспорт. 16% также говорят о сокращении расходов на образование и на здравоохранение. Следующий слайд, пожалуйста. COVID-19 также опустошил сберегательные счета и накопленное имущество граждан. На первом графике вы видите ситуацию до пандемии с точки зрения накопленного имущества домохозяйств, которое мы также распределили по квартелям. И вы видите, что примерно 60% домохозяйств по всем четырем квартирам они используют свои сэкономленные и накопленные средства для того, чтобы справиться с ростом затрат или снижением доходов. С другой стороны, мы видим, что все больше и больше количество домохозяйств вынуждены распродать свои имущество в ответ на последствия COVID-19. Это касается всех квартелей по накупленному имуществу до пандемии и Примерно 30% накопленного имущества распродается. Это касается самых бедных квартир, а самые богатые квартиры там 40% накопленного имущества распродаются. Неудивительно, что учитывая снижение в области потребляемых товаров, меняются и привычки с точки зрения питания. Здесь вы видите, что как меняется привычки с точки зрения питания у домохозяйств в ответ на COVID-19. Опять же, 60% в самом богатом квартале они также сокращают объем питания. Что касается качества рациона, то, что видите с правой стороны, видите, что самые бедные, они сокращают потребление как минимум одной группы здоровой пищи. Что касается самого богатого квартиля. Там примерно 45% сократили потребление четырех, как минимум одного из четырех самых здоровых видов продуктов питания. Но мы не обнаружили никакого доказательства, что женщины стали принимать меньшее участие в принятии решений на уровне домохозяйства. То есть мы не можем сказать, что повышается роль женщин, но, по крайней мере, не ухудшается. То есть примерно 40% домохозяйств говорят о том, что женщины принимают определенную то есть в принятии решений и даже, можно сказать, их роль принятия решений на фоне пандемии увеличивается. В заключение мы можем сказать, что действительно COVID-19 представил значительные вызовы перед Таджикистаном и, соответственно, необходимы решительные меры для того, чтобы помочь стране справиться. Большое спасибо, большое спасибо, Катрин, большое спасибо. Это действительно было... Очень интересная презентация. Я забыла ранее упомянуть, все, кто нас слушает, что вы можете публиковать ваши вопросы, если у нас останется, останется время. У нас осталось это время. Мы как раз потратим это время на вопросы и ответ. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь печатать ваши вопросы. А теперь я хотела бы начать с вопроса, который мы уже получили вот эти системы накопления опыта и генерации знаний, можно ли эту систему использовать в Юго-Восточной Азии? Может, Дариш и Дэрил как-то прокомментируют этот вопрос? Хорошо, хорошо. Я Могу ответить на этот вопрос. Меня зовут Сареш Бабу. Да, действительно есть такая возможность подобную систему. И на самом деле в своей собственной работе в Юго-Восточной Азии, я работал в Шри-Ланке, в Бутане, в Непале, даже в Индии, в Бангладеше. Мы используем некоторые кейсы из Центральной Азии, кейсы, которые мы накопили в рамках этой программы при поддержке Всемирного Банка. И мы говорим не только про то, что эти кейсы помогают не только Центральной Азии, но подобные кейсы мы можем использовать и в других странах для изучения возникающих явлений. Сергей Шоу уже говорил про Африку и также говорил о том, что мы могли бы перенести эту модель на Африку. Моя собственная работа в Африке также... Предполагало использование опыта, накопленного в Центральной Азии. Поэтому ответ утвердительный: Да, да, мы можем использовать эту систему и для Юго-Восточной Азии. Дарил, вы что-то хотели добавить? Да, да. Я полностью согласен с тем, что сказал Сареш. И могу сказать, что исследование кейсов началось еще до того, как Евразийский центр начал этим заниматься и были выделены средства для исследований кейсов Юго-Восточной Азии. Я хотел бы, безусловно, вернуться в этот регион с исследованиями. Большое-большое спасибо, Дэрил. У нас есть еще и второй вопрос от Оленга Гашида. То есть нужно ли качество продуктов питания сделать одним из целей, которые мы должны добиться – Вопрос, кому перенаправить этот вопрос. Кто хочет прокомментировать? Нужно ли в исследованиях также исследовать качество, качество продуктов питания, когда мы с вами исследуем продовольственную безопасность? Может быть, кто-кто? Катрина, может быть, нет? Или кто-кто хочет? Давайте, давайте, я, может быть, отвечу на этот вопрос. Да, пожалуйста. Но вы знаете, сейчас, прошу прощения, сейчас я пропущу тогда свою очередь. Ну, хорошо, я согласен. Я согласен с тем, что качество воды особенно важно, особенно важно для Центральной Азии, учитывая то, что у населения испытывается, наблюдается ограниченный доступ к качественной питьевой воды. Катрина нам показала несколько квартелей. Один из факторов, который мы определили для разбивки по квартелям, это как раз доступ к качественной питьевой воде. И я полностью согласен с поставленным вопросом. Я думаю, что нам нужно больше работать на эту тему. Да. Да, большое спасибо. Команджам, большое спасибо за ваш комментарий. Да, большое спасибо. Мне кажется, это было очень здорово, что вы все это упомянули. И большое спасибо. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще вопросы. Катрина, еще один вопрос вам. В вашем выступлении вы сказали, что... Ковид существенно сказался на характере потребления, в частности в Таджикистане. Скажите, пожалуйста, насколько нас долж, должны беспокоить вот такие результаты, связанные с изменением характера потребления? Какие выводы мы можем сделать по итогам вашего исследования? Спасибо за вопрос, Фрауке. Вы знаете, пожалуй, мы пока отслеживали лишь примерные индикаторы, которые могут указывать на наличие гораздо более масштабной проблемы. Я думаю, что в перспективе важно продолжить мониторинг ситуации, пытаться собрать более качественные данные, для того, чтобы действительно мы имели возможность оценить влияние шоков, вызванных пандемией на потребление, мы должны знать, что и сколько потребляет каждая семья, каждый член семьи, каким образом используется пища в домохозяйстве. Сейчас мы оперируем агрегированными показателями. Мы не можем сказать, сколько пищи идет женщинам, сколько детям. Нам нужно понимать, как распределяется пища внутри домохозяйства и как меняется это распределение в результате пандемии. А это требует, повторюсь, более качественных, более детальных данных. Наличие таких данных имеет критическое значение для нас. Но собирать эти данные сложно и в обычное время, а уж в период пандемии эта задача становится практически неразрешимой. Тем не менее, я считаю, что предстоит еще очень много поработать в этой сфере, чтобы выявить характер потребления пищи домохозяйствами в разные периоды времени. Ваше спасибо, Катрина. Ну, давайте не будем уходить далеко от вашего исследования по Таджикистану. Камильжон, Катрина, вот в ходе ваших исследований, в ходе работы в Таджикистане, вы видели, что какие-то меры в сфере торговли повлияли на уровень продовольственных цен в стране, ну, скажем, запрета на экспорт или разрыв торговой связи, повлияло ли это на цены на продовольствие в стране и как страна, в данном случае Таджикистан, реагировала на такое развитие событий? Фрауке, это очень важная тема. Как уже отмечали коллеги. Действительно, ограничения на торговлю сейчас вполне используются государствами нашего региона. Это инструмент в арсенале многих правительств. И, скажем, в Центральной Азии многие страны стали вводить запрет на экспорт или квоты на экспорт. Это характерно для Казахстана. В частности, был введен запрет на экспорт животных. В Кыргызстане в прошлом месяце ввели такой запрет. В Таджикистане, насколько мне известно, тоже вводятся ограничительные меры. Но Таджикистан в большей степени является страной-импортером. А вот политика Казахстана и в этом смысле Кыргызстана может повлиять на положение дел в других странах, в отличие от действий Таджикистана. Важный вывод, к которому мы пришли, заключается вот в чем. Домохозяйства снова начинают переходить на потребление основных продуктов питания, которые они производят самостоятельно. А раньше, еще совсем недавно, домохозяйства потребляли высокоценные продукты, коммерческие культуры, а теперь они постепенно возвращаются к простым, к основным культурам, к базовым э, пищевым продуктам. И вот, наверное, с чем может быть связана проблема в части правительственной безопасности. В 90-е годы, э, с учетом проблем, с которыми сталкивались страны этого региона, именно такую картину мы наблюдали тогда выращивались простейшие базовые культуры. И мы видим, что картина начинает повторяться. Страны возвращаются к такому, такой модели. И, наверное, вот этот вопрос, эту тему необходимо исследовать более детально. Страны, которые вводили запрет на экспорт, Делали это потому, что, по их мнению, экспорт влияет на доступ, доступность продовольствия в стране, но на самом деле такие меры привели к сокращению экспортной выручки. Да, спасибо большое, интересные выводы. Конечно, было бы очень полезно собрать больше информации, чтобы понять, что можно было бы сделать, как можно было бы поступить в текущей ситуации как можно было бы облегчить положение жителей этих стран и сделать это максимально устойчивым образом. А теперь вопрос Роману, если можно. Скажите, пожалуйста, вы анализировали сокращение объемов денежных переводов из России в связи с отъездом мигрантов. Вы знаете, меня несколько удивили показатели по Таджикистану. Похоже, что там падение объема денежных переводов оказалось меньшим, чем можно было бы ожидать с учетом потери работы мигрантами. Ведь Таджикистан – это одна из основных стран, направляющих трудовых мигрантов в Россию. Да, мы теперь вас слышим. Микрофон включен. Спасибо, Фрауке, за ваш вопрос. Он очень важен. Но, к сожалению, в рамках нашего исследования мы не проводили подробного анализа этой ситуации. Прежде всего, потому что у нас не было достаточной информации. Информации о конкретных видах деятельности трудовых мигрантов информация о характере занятий трудовых мигрантов в дефиците. Что касается продав... пищевой сферы и сельскохозяйственной сферы, мы использовали информацию, предоставленную Минсельхозом. И эта информация отражала потребности в дополнительных рабочих руках в сельском хозяйстве Российской Федерации. Согласно оценкам, Дополнительно требуется порядка 23 тысяч сезонных рабочих. И предложение вот такой рабочей силы резко сократилось из-за пандемии и из-за введения ограничений на перемещение мигрантов. Ну, понятно, что эти эта цифра носит очень общий характер, но 23 тысячи – это то, скольких работников не хватает российскому сельскому хозяйству. Мы попытались подсчитать, сколько эти мигранты переводили во втором квартале домой. И вот если перемножить среднюю сумму денежного перевода на эти 23 тысячи человек, мы можем примерно, примерно вывести объем тех денежных средств, которые мигранты могли бы перевести домой. На самом деле сумма получилась не очень большая, это порядка 5 миллионов долларов. Это не очень много на фоне общего объема денежных переводов, которые поступают из России в страны Центральной Азии. Что касается стран происхождения трудовых мигрантов, направляющих стран, то по сельскому хозяйству, опять-таки, здесь сложно судить, сколько мигрантов проезжает из каждой страны. Но, опять-таки, оперируя общими цифрами о численности мигрантов, занятых в сельском хозяйстве России, можно сказать, что большинство таких мигрантов приезжает из бывших республик Советского Союза, из Китая, из Вьетнама и из Северной Кореи. Но опять-таки у нас нет четких, точных данных в разбивке по странам. Мы не знаем, сколько из каждой страны проезжает в Россию в качестве сезонных рабочих сельскохозяйственных. Может быть, в будущем нам удастся эту информацию получить, и тогда на ее базе мы сможем сделать более точные расчеты. Счеты. Спасибо. Спасибо, Роман. Я думаю, что эта информация будет полезна и направляющим странам. Им тоже будет полезно знать, как обстоят дело с их мигрантами. Коллеги, есть еще, по-моему, вопрос. От представителей Нигерии. Скажите, пожалуйста, как можно смягчить последствия данного кризиса для тех отечественных производителей, которые серьезно зависят от сырья и комплектующих поступающих из Европы и Азии? Я, честно говоря, не знаю, кому этот вопрос задать сейчас. Может быть, тоже мы попросим Контрина камильжон откомментировать. Это вопрос. Ведь наверняка ИФРИ занимается этой проблематикой, и наверняка при анализирует в том числе ситуацию в Африке с учетом использования сырьевых ресурсов, поступающих из Африки в ту же Европу и в азиатские страны. Но знаете, я не проводила макроэкономического анализа динамики поступления таких ресурсов. Может быть, Камильжон сможет сказать пару слов по этому вопросу. К сожалению, должен сказать, что мы серьезно, я лично серьезно этой темой не занимался. Могу лишь сказать, что в нашем обследовании 2018 года, и, собственно, эти данные мы использовали в качестве базовых для Абсолютно текущего года, мы попытались сопоставить ситуацию в регионе Евразии с ситуацией в Африке. Но вот, скажем, для Центральной Азии, для Таджикистана, цепочки добавленной стоимости очень слабы. Дело в том, что сельхозпроизводители не имеют доступа к более качественной, более надежной информации, логистические возможности ограничены. И все это, конечно, серьезнейшим образом негативно сказывается на различные этапы или звенья этой цепочки. Но я не уверен, что я полностью ответил на ваш вопрос, но мы учтем эту тему и постараемся рассмотреть ее в перспективе. Спасибо большое. Есть еще один вопрос. Он скорее касается работы Евразийского центра. Наверное, Роману мы этот вопрос зададим. А что вы можете сказать о динамике продовольственной безопасности с учетом COVID-19? Какие факторы влияют на продовольственную безопасность? Как можно повысить, скажем, потенциал домохозяйств в части способности адаптироваться к текущим изменениям. Спасибо. Евразийский центр по продовольственной безопасности создает специальную систему мониторинга уровня продовольственной безопасности, но эта система используется в основном для работы с официальной статистикой. Мы не делаем разовые замеры в рамках этой системы мониторинга. Что касается качественного анализа проблем продовольственной безопасности, как я уже сказал, тут, наверное, о двух основных факторах можно говорить. Во-первых, это удешевление национальной валюты и валют в странах нашего региона. Это серьезно сказалось на возможности приобретения ресурсов для сельского хозяйства. И Россия, и центральноазиатские страны сильно зависят от импортных ресурсов, импортных э, расходных материалов. И поэтому удешевление национальных валют э, существенным образом скажется на возможности поставок э, в сельскохозяйственный сектор этих стран. А во-вторых, второй фактор ⁇ это, конечно, снижение потребительского спроса и доходов потребителей. Это, безусловно, имеет очень большое значение для продовольственной безопасности. Снижение общего потребительского спроса означает и снижение спроса на продовольственные продукты. Это очень актуально, в частности, для жителей центральноазиатских стран. Ну, если грубо, люди могут покупать меньше продовольствия. А это тоже будет серьезно влиять на динамику продовольственной безопасности в евразийском регионе. Я думаю, что с точки зрения государственной политики и лиц отвечающих за выработку такой политики, будет очень важно предусмотреть меры социальной защиты для беднейших категорий населения в странах нашего региона. Нужно поддержать сельхозпроизводителей, нужно обеспечить конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора. С учетом высокой его зависимости от импортных и импортируемых ресурсов. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Спасибо большое, Роман. Последний вопрос Сурешу. Вот сегодняшнее выступление... продемонстрировали взаимодействие между Евразийским центром и при Всемирным банком. Скажите, пожалуйста, а как можно было бы укрепить потенциал национальных центров, скажем, существующих в странах Центральной Азии, за счет использования вот этого подхода, этой методики использования кейсов? Я знаю, вы знаете, я думаю, что это вполне реалистичное ожидание. Это вполне можно осуществить на практике. Я, собственно, говорил об этом. Повышение потенциала, повышение квалификации исследователей ⁇ это вполне решаемая задача. Можно строить нашу работу в развитии тех результатов, которые мы уже достигли, можно поддерживать политический диалог. И я думаю, что вот этот аспект может дать еще большую отдачу при работе в странах. Конечно, важно формировать и подкреплять институциональный потенциал в странах. Я думаю, что мы уже ведем эту работу. Может быть, имеет смысл организовать ее более системно, так чтобы соответствующие структуры в странах региона могли действовать еще более эффективно и приобретать необходимые навыки и квалификации. Спасибо. Артаваст, что-нибудь добавите? Буквально одно предложение. Да, я абсолютно согласен с Урешем. Действительно, нужно продолжать работу, направленную на повышение и развитие потенциала. Нужно налаживать механизмы обмена опытом и знаниями между... Исследователями в нашем регионе. Такого рода взаимодействие осуществляется. Мы видим, что исследователи из разных вузов работают вместе зачастую, они обмениваются опытом, они осуществляют совместные научные и исследовательские проекты. И тому есть масса примеров действительно, я думаю, что теперь необходимо поставить задачу расширения и масштабирования такой работы в рамках всего региона. Спасибо, Артаваст. Мы подходим к завершению нашего вебинара. И я хотела бы пригласить Стивена сказать несколько слов, чтобы подвести итог нашей работы. Стивен, прошу вас. Спасибо, Фрауке, спасибо, всем, уважаемые коллеги. Я благодарю коллег из Евразийского центра промышленной безопасности, коллег из ИФПРИ. Буквально пару слов в завершении нашей сегодняшней встречи. Мы сегодня в основном говорили о том, как использовать кейсы, как применять такую методику на практике. Да, это очень важно. Этот инструмент очень важен. Вообще инструментарий крайне важен для реализации эффективных и действенных мер политики. Кроме того, нельзя забывать, что этот инструментарий должен использоваться не только для реагирования на конкретный текущий кризис, но также и для того, чтобы предупреждать кризисы в перспективе, для того, чтобы обеспечивать экономическую интеграцию в будущем, для того, чтобы бороться с последствиями изменения климата и так далее. Нестабильность ⁇ это новая нормальная ситуация, в которой нам приходится существовать. И важно подумать над тем, как защитить наиболее уязвимые категории населения от негативных последствий в части снижения продовольственной безопасности, которые обусловлены в том числе и текущим кризисом. Это очень важная проблема, в том числе с точки зрения обеспечения должного уровня питания. И я считаю, что нам предстоит еще очень серьезно поработать над этим в перспективе. Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, заключается вот в чем. Крайне важно наладить действенную и эффективную систему мониторинга, с помощью которой можно было бы осуществлять выдержанные и актуальные меры реагирования. COVID-19. И мы хотели бы также, соответственно, представить эти результаты на рассмотрение глобального аудитория. Большое спасибо, Стивен, большое спасибо. И я хотел бы также поблагодарить всех, кто принимал участие в нашей работе. И большое спасибо выступавшим и докладчикам за все ваши очень интересные презентации. И я думаю, что... Безусловно, наша сессия продолжится, но не сегодня. Мы с вами встретимся еще. И большое спасибо тем, кто организовал это мероприятие. Я желаю вам приятного дня или вечера, в зависимости от того, где вы есть. Большое спасибо.